Храм Вознесения Господня села Радоя. Храм в селе Радоя Санжирейского района был построен на личные средства боярина по фамилии Куцый. Храм был возведен из камня. Именно ему прошлые и нынешние жители благодарны за строительство храма. В 1886 году состоялось освящение храма в честь Вознесения Господня. С тех пор он полюбился селянам. В храме звучала молитва, пел церковный хор, священнослужители во все времена несли людям живое слово веры. За оказанную милость односельчане погребли своего благотворителя во дворе храма, чтобы все последующие поколения возносили молитвы о упокоении его строителя. В 20 век перемен храм пережил трагическую судьбу. В 1948 году, в первую неделю Великого Поста, он был закрыт. В те недалекие времена людям хотели доказать, что Бога нет, а религия — это изживший элемент. На 40 лет умолкла молитва. Люди были отторгнуты от храма и богослужений. Но вера жила в сердцах людей, и в глубине души каждый надеялся, что вновь распахнутся двери родного храма. В 1988 году начались новые отношения между церковью и государством. Многие храмы стали возвращать верующим. Власть поняла, что веру невозможно уничтожить в сердцах людей. С радостью, благодарственной молитвой к Богу восприняли люди весть об открытии храма. Каждый старался внести свою лепту в его восстановление и украшение. Искалеченные души потянулись к Богу. Милостью Божьей храм сегодня несет свою спасительную миссию в служении людям и спасении их душ.